В конференц-зале территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области оживленно. Кто-то из сотрудников пришел сделать прививку от гриппа, кто-то поддержать коллег, потому что успел привиться накануне. Я делаю прививки ежегодно, уже 15-16 лет. Я каждый год прививаюсь, прививают сотрудники наши, вот, и дети наши прививаются. Поэтому я считаю это мероприятие целесообразным, полезным и необходимым. В этом году спасает одинцовцев от опасного сезонного заболевания отечественная вакцина, которая ни в чем не уступает зарубежной и должна уберечь от тех штаммов гриппа, которые ожидаются в этом сезоне. Прививку может сделать любой желающий. Противопоказаний немного. Беременным мы не делаем, детям до 6 месяцев не делаем и лицам, страдающими аллергическими заболеваниями на куриный белок. Часто когда-то привитые жалуются, укол, который должен был уберечь от болезни, с миссией не справился. Поэтому теперь от прививки отказываются. А медики говорят, что зря. Некоторые, да, могут как бы заболеть, но это по типу ИРЗИ легкое просто недомогание. Может быть, небольшая температура 37,2, но это буквально 2-3 дня, и все это проходит. То есть, а если человек заболевает гриппом, а прививка была сделана, то он переносит ее, может переносить в легкой форме. Вообще это зависит от иммунной системы, от иммунитета человека. Получить вакцину в Одинцовском районе можно и в поликлинике по месту жительства, и даже на центральной площади, где каждую субботу с 10 до 14 работает выездная бригада медиков. А кто-то может привиться прямо на рабочем месте. Например, одинцовские журналисты решили и материал подготовить, и себя от гриппа защитить. Как, больно? На самом деле нет. Больше страшно, когда ходишь. Мы делаем прививки каждый год. Вся моя семья всегда прививается. Двое детей в обязательном порядке посещаем школу. Сами понимаете, массовые мероприятия. Ходим в музыкальную школу. Поэтому детей много болеющих. И всегда советую. Дети не болеют. Всем советую прививаться самим и прививать обязательно детей. Не игнорировать данную процедуру бесплатную. Вакцинация населения в Одинцовском районе продлится до 9 декабря. Сделать прививку от гриппа может любой желающий совершенно бесплатно. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».